Все подряд. И нам сказали, да, нам сказали бросать туда вот эти, потому что там лежат те, которые проголосовали досрочно. А вчера они работали? Вчера более-менее нормально, а сегодня с утра вот тест начали, там вот целая пачка, все в гармошку. Приехал человек потом, более-менее стали принимать, и то парочка все равно туда ушла. А, и сколько получилось работы? Ну, тестовых вообще прям почти все заживал. Ну, тестовые — это еще не голосование, правильно? Ну, да. Это вы тестили просто... Да. Вот сейчас туда ушло два протокола, не два, два бюллетеня, то есть... А остальные тестовые, да? А остальные – это из досрочки, да? Из досрочки, да. А из досрочки сказали, вообще с утра нам, когда вот тест мы провели, мы позвонили, сказали, не сувать ничего. После 8 нам позвонили, сказали, попробуйте. Мы попробовали, но уже мы эти туда загрузили. А из досрочки разве в КАИБы не должны идти? Нам запретили. Мы должны были 8, подождите. Сюда лицом вниз, по одному. Когда у нас тест не пошел, нам сказали загружать все туда. Мы должны были сюда их загрузить. Но нам сказали бросать туда. То есть досрочка и два проголосовавших там получается, да? Ясно. Не сработали, значит, КАИБы, да? Ну, мастер сказал, приедет, нам же все равно их надо загрузить туда. Он по 8 приедет. А, то есть все равно их будут туда загружать, да перегружать? Да, и те, которые замяты, говорят, будем утюгом увозить. Да ладно. Да, они говорят, когда они их сделали, была другая бумага. А эти совсем, вот эти, за руку взять, они сразу мнутся. То есть их делали под другую бумагу, да, получается? Видимо, да. Ну, а сейчас-то не мнутся, ведь правильно, сейчас нормально идут. Пока надо помогать, вот это, несколько раз переворачивали. То есть начинает... Бумага, как мы вызывали сегодня с утра службу этой самой поддержки, бумага тонкая очень. То есть на тренировках, когда мы тренировались, мы изучали, бумага была потолще. Другая бумага была, да? Да. Были эти же бланки, мы просто отсерокопировали на обычную бумагу. Так не скидываем, Андрей, смотрите, оператор. По одному листу, лицом вниз. Не делай это, пожалуйста, конечно, было, если бы они сначала сразу. Чуть-чуть совпадение идет у нас. То есть получается двойная работа все равно будет, да? Сегодня у нас двойная. А это же тестовый режим все равно. Нет, ну это я знаю. Сегодня они приедут пол 8 вечера служба, и они будут уже это, к них, мы будем отсюда уже туда загружаться, вот с этой вот урны. Они сами хотят посмотреть, как это все дело пойдет. Ну там видно, вот зажеванный лежит с двух концов. И его а смотрите, бюллетени, получается, они не согнуты, они должны быть согнуты, чтобы не видно было. Они не согнуты, не пройдут. А как согнуть, если там до Донецка нет? А, тут еще минус, получается, в прозрачности урн, да? Потому что тайное голосование не соблюдается, да, по да, сути. Да, да, но это не к нам вопросам. Ну, это я понимаю. Это не к нам вопросам. Их же с Москвы привозили, хорошо, да? Хорошо, а это тогда урна прозрачная. Тоже, да, согласен. Раньше, нет, там-то можно согнуть, да, бросить, да, и не да, видно будет. Сейчас не, да. Ну, как пробация перед выбором президента, все будет дорабатываться. Сделают побольше насечек и будет. То есть получается как, подождите, более смотрите, молочный будет. Сегодня, ну, то, что, как говорится, в брак все ушло. Ну, не брак, а... Все на один стол вывалится и пересчитается. Так, не сгибаем. По одному листу. Все, что там, лицом вниз. Приедут с этой службы, которые... И при них, вниз. Вот, они сами... Достанут, да? Нет, оттуда мы достанем и сюда. Сюда. А оттуда? Потом будем считать вручную. Здесь вот, да? Замяли. Но нам интересно, что и им интересно, чтобы вот эти вот выдали протокол. Понимаете? А если там работают, да? Протокол, чтобы знать, идут машины или нет. Что, там же все же идет распечатка. А, ну понятно. То есть вы сопоставите, да? То, что зафиксировали. А ну, они, да. То, что, да, сопоставили, да, то, что да, зафиксировал КАИБ. Это и отсюда. Да, да. И оттуда. И оттуда протокол. Что, на чем работать в дальнейшем? Что дорабатывать? Что не пошло? Понятно, что бумага нужна другая. Вот. И потом мы вручную будем все считать, как по старинке. Ну, понятно. И еще он не видит... А что ж так с бумагой-то, я не понимаю, Паша? Не знаю, это не знаю. Ну, это же типография Тверская, наверное, 50-й. Кто это? Не знаю. Там не на всех же участках Твери, да, правильно? Есть... Нет, только в Московском районе опробуется. Ну, поэтому и бумага такая. Нет, я не знаю, я только сюда пришел, я знаю, что КАИБы только в Московском вниз районе. Да, лицо, ну, выходите, посмотрите. А здесь еще есть? Да, пойдемте, я вам покажу. Никто, я к школе не имею отношения, у нас другая фирма, у нас контракт.
Ну, а почему урн? Это... Я в общественном месте нахожусь, я как представитель СМИ имею право, почитайте закон о СМИ, не надо со мной скандалить. Я все? Еще раз говорю, я сейчас позвоню, мы тогда сворачиваемся и ничего не торговать. Бога ради, не... Бога ради, это ваше право. Это ваше право. Ничего не фотографируйте. Нет, я все снимаю, не... наоборот, зачем? Да, конечно. Конечно, снимаю. Да, я снимаю на видео все. Чего скандалить? Звоните своему руководству. Звоните. Так, пошла я к председателю комиссии. Он... Лицевой стороной вниз. Перевернись. Ага, по одному. Одно? Да. Сейчас, вниз. Подождите. Зачем? Компромат. Вот, видите.